хорошей тени. Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Значит, кто-то хочет, чтобы они были. Значит, кто-то называет эти плевочки жемчужиной. И надрываясь в метелях полуденной пыли, рывается к Богу, боится, что опоздал. Плачет, целует ему шелестую руку, просит, чтоб обязательно была звезда. После ходит тревожный, но спокойный наружно. Говорит кому-то, ведь теперь тебе ничего не страшно. Да. Значит, это необходимо, чтобы каждый вечер над крышами загоралась хоть одна звезда. Загорай!